Здравствуйте, друзья. У нас сегодня ежегодное взвешивание. Слава богу, не меня. Вовочки и девочек. И глистогонка. Ну что такое? Бур-бур-бур. Такая ворчливая. Там все, работники работают. Я тут над ухом бубню. Вот Бубка недовольна. Все. Сейчас нагуляемся, загоним их домой на обеденный перекур и будем взвешиваться. И таблеточки давать. Все. Всем приятного просмотра. Импровизированная дорожка через грязь. Надо зверей заставить по ней идти. Да. Вот сидят. Здравствуйте. Здравствуйте. Бущ. Чё? Ты пойдёшь через всех работников домой? Пойдём. По дорожке. Ну ладно. Ну что это такое? Хоть я чистая. Относительно. Всё эти свинолапочки сейчас пойдём мыть. Ой, новая когтеточка. Какая хорошая. Спасибо, Вован. Так вот. Вот это вот свинолапки. У этой лапки чистые, он даже следов не оставляет. Вроде бы. Да. А это свинолапы. Потому что кто-то рыл подкоп какой-то. Иди мыть лапы. Иди. Да, мыться снова, но не целиком хотя бы. Кто-то в мойку, кто-то мимо. Ой. Моем собаке лапы. Сидеть. Она хочет убежать. О, такая страдалица. Посмотри на свои ноги, Веня. Пьет. Что, из душа веселее? Смешная собака, конечно, у нас. Ой, Буся говорит, ну... Что-то у вас здесь вечеринка какая-то недобрая намечается. О! Может, тебе лапу помыть? Или вот головушку твою? Все. Мытье собак. Мытье друг друга. Что это такое за... Ты мыл мне лапу, я помою тебе голову. Киса прячется. От греха подальше. В коморке. Ты, Бубочка, мыться не хочешь? А чё? Мы тебе тоже лапки помыли. Скажи, я землю не рою, чтобы мне лапы мыть. Так, готово. Все записи проведены. Все готовы. А, да, тебя же первого. Я и забыла. Давай. Контрольное взвешивание. Просто вставать? Просто вставай, да. 94,8. Внесем 94,8. Что? Кто следующий? Кого следующего хочешь хватать? Это мерч. Футболка и грязная лапа. Да. Кого? Хватай, кто первый под руку будет. Ой, давайте еще мимими. Ой, собачки страшно. Нет, не страшно. Хвост поджал. Вот кто высоты боится. Нет, не убегай. Я не буду тебя брать. Что ж ты будешь делать? Как ты тебя? Извиняй-то так-то. Киса, а что такое? Что такое? Ты помогаешь, конечно, Бубочка. Собачку отпусти, собачку. Спасибо. Буся, давай. Так, не шевелимся. 140, ну 141, короче, запишем. Вот. Помощник уже записывает. Да что там? Ну, Буся, ну а как вообще? Как работать в таких условиях? Ты не хочешь, чтобы тебя взвешивали? Нет, дай запишу, ты там уже поставила отметку.
Ой, чудище болотное. Дай запишу. Держи, я буду записывать. А сколько было? 101. 141. А, 141. Так, 141. Г. Это К. Это Г. Как-то интересно, вот это вот злыдня писюка хватать будешь. Опа, говорит, я сейчас вам отмечу. Смотри, вообще. И подписи поставил. Что за автографы? Опа. Ну-ка. Не шалить. Не шалить. Кошечкина. Как тебя, Буся? Ну, слазь. Невозможно. Ну-ка. Помощничек вообще. Помощник пастуха. Ой, разбесилась, разбесилась. А что? Что это такое? Что это такое? Взвешиваться надо. Раз в год хотя бы. Не хочешь уже, чтобы знали твой вес, да? Что, средний палец сейчас покажешь? Какая лежит. Это ее это. Бочко. Бочко. Она, мне кажется, она такая, что вы задумали? Что вы задумали, как обычно? Говорит, вы всегда как вдвоем собираетесь, так что-то это придумываете. Странные какие-то развлечения. Уши чешутся, уши. А нос мягкий, кожаный. Кожаный нос. А пантер весь шерстяной. Да. И вот эти пальчики тычешь везде ими. Говорит, откушу. Ну не засыпай, не засыпай. Взвешиваться сейчас будем. Защи леопарда почискать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Какой добренький. Леопардыщенка. Давай. А потом я вам какую-нибудь вкусняшку придумаю. Скажи, потом ты нам таблетки придумываешь. Скажи, твои придумки очень занимательные. Драка. Не так просто взвесить леопарда. Что вы? Скажи, какашки вы. Вот леопардыщенка думает о нашем взвешивании. Ну, леопардыщенка, ну иди сюда. Бубочка. Все, смотрите на эту леди. Конечно, с чистыми когтями. Красотуля, аристократка. Неуловимая. Выманиваем Чука и Гека. О, а ты так ее это и... Нет, Венза сюда. Тут устраивать. А это защитница вообще, ревнивица. Вали Седоуз, блин. Пошли кошку ловить. Ну, пошли кошку ловить. Нет, ты не помогай. Не помогай, ты помощница, да, та еще. Да, иди, да. Все, с вами закончен. Вперед, нет, вперед. Все, давай. Оп. Держи, 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 держи. 137. Отпускай. Нет. Опа. Нет, защитница. Тяжело. Ну, 137. Ну, там было 137, 138. Давайте запишем 137,5. А где вообще наша Писулькина подружка? Так, 137,5. 137,5. Ну, это же примерно. Так, все, мы уходим на подсчеты, потому что в уме у нас не считается. Нашла конструкции. Где это вот? Их прыгалку мастерили. Еще думали, какая будет. Ладно, ищу взвешивание прошлого года. Нашли взвешивание прошлого года. По-моему, тут кто-то один не придерживается диеты. О, хорошо, меня не взвешивают. Значит, лучше 43,5 была, а сейчас 42,7. Ну, 43, она, кстати, и не сильно получается, и поправилась, и вообще не поправилась. Тоже в районе
43, наверное, там же скакал весь. Здесь вот она, 43,5. В этом году 42,7. На эти же весы взвешивались, так что погрешность минимальная. А Венза 46,2, а весила 47,5. Ну, Веня вообще молодец. Держим мы ее в форме. Все, взвешивания окончены. Дикуля устала от наших всех движух. Ну, посмотрите, же лежит уставшая. Даже усом не ведет. А, ухом ведет немножко все-таки. Ладно. Таблеточки оставим на завтра, а то они какие-то уставшие все. Сегодня угостим их чем-нибудь. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Наше веселое взвешивание, как обычно. Ну, простите, что разбудила. Все, ставьте, пожалуйста. Лайки ставьте, как там показывают. Сердечко неудобно мне. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите, пожалуйста, комментарии. Мы вас их очень любим. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Бубочки, таблеточки дадим Гристогонке в следующем сезоне, в следующей серии. А то видео и так длинное получилось. Бам-бам-бам. Уставший леопардыщенко. Посмотрите на него. Глаза пучат. Все, пока-пока.